А корпорация ВСМПО «Висма» знает с молоду. Активисты молодежки ВСМПО организовали выездную встречу в оздоровительный лагерь «Олимп». Лидеры провели для юных олимпийцев экскурс в историю градообразующего предприятия. Рассказали в доступной детям форме об основных производственных процессах, поведали, как и при какой температуре плавится металл. Когда вода закипает 100 градусов, можно руку туда засунуть? Вот, а металл плавится при 1600 градусах. Ребята очень заинтересованно смотрели фильм о корпорации ВСМПО «Висма» и увидели цехи, где работают их мамы и папы. Детки у нас маленькие, и мы решили произвести все это в шуточной игровой форме. Вот, например, первый слиток, который был выплавлен у нас на заводе, мы сделали из фольги. Показали деткам фильм. И надеемся, что в дальнейшем, может быть, кто-то придет к нам работать в корпорацию. В завершении профориентационной встречи молодежь поиграла с ребятами в профессии, проверила, знают ли дети пословицы и поговорки о труде, и провела викторину со сладкими призами. Ребятишки остались довольны, а следующее профориентационное мероприятие состоится в загородном лагере «Тирус».